Нравственность, мораль и право. Нравственность, мораль и право. Значит, основание для того, чтобы соединить все эти три понятия в некую одну лекцию, основание единственное, что это общественные нормы. Что является вообще общественными нормами? Если я, скажем, какой-нибудь даю указание или задание одному человеку, это не норма. То есть это персональное относится к этому человеку. А если это касается, по крайней мере, двух, то некое одинаковое, некоторое равное дается разным людям или разным организациям людей. Вот в этом случае речь идет о нормах. Есть нормы, которые поддерживаются только общественным мнением. Только общественным мнением. Вот, скажем, если кто-то не ходит на лекции, это нехорошо. Это общественное мнение. А вот если я сегодня встретил директора, он спрашивает, ну как они ходят, то это уже не просто общественное мнение, это означает, за этим стоит что? Государственный университет. А за этим государственным университетом что стоит? Государство. А что такое государство? Мы знаем. Тюрьмы, лагеря, пенитенциарная система и прочие всякие, так сказать, организации принуждения. Да? Поэтому мы уже это все изучили и прекрасно понимаем, что это не для красоты повешено, вот, а имеется в виду как раз вот это. Так вот, мы с вами будем различать, и очень строго, те общественные нормы, которые поддерживаются сугубо общественным мнением, и те, за которыми стоит сила государства, которое следит за соблюдением, применяется для того, чтобы нормы соблюдались. К первой группе относится мораль и право, а ко второй группе относится, ой, простите, мораль и нравственность, а ко второй группе право. Ну, для того, чтобы мораль и нравственность не стояли одиночками, я еще добавлю совесть. Вот совесть у вас есть? У вас совесть есть, вот у опоздавших? А вы знаете, что такое совесть? Если скажете, что такое совесть, то я вас прощаю. Что такое совесть? Качество. Чего? Результат социализации. Навязанные нам нравственные нормы общества. Навязанные вам? То есть у вас совесть навязанная, а у вас своей совести нету? Да. Да. Мы вас морально осуждаем за опоздание. Проходите, пожалуйста. Все слышали, что морально осуждены они? Значит, я вам объявляю два выговора, но особые, с занесением в память. Они, это очень строгая норма. Ну, выговор, знаете, что такое выговор? Я же вам выговаривал сейчас только что, да? Это выговор. Но поскольку с занесением в память, то память обладает таким замечательным свойством, что все, что туда заносится, даже иногда очень полезно и нужно, и то пропадает. Тем более то, что не нравится, оно постепенно уйдет. Так что это, с одной стороны, суровое наказание, а с другой стороны, оно либеральное во всех отношениях. Вот мы просто, вы попали в тот самый момент, когда мы рассматривали этот вопрос о совести. Ну, кто-нибудь знает здесь, что такое совесть? У вас совесть есть, вот молодой человек? Есть? Откуда вы знаете? Если вы не знаете, что такое совесть, как вы догадались, что у вас совесть есть? А? Как? Совесть по поступкам. А что такое это совесть? Может, это что-то плохое? Вот если я совершаю что-то плохое, естественно, у меня совесть. Вот, товарищ, у него совесть есть. Это способность личности формировать нравственные нормы. Это... О как! То есть вы норму формируете, а мы уже подчиняемся вашим нравственным нормам. Ничего себе! Подчиняться общей... Видно, что человек скромный. Так. Может, подчиняться общепринятым нормам? Так какое-то тут предложение нет законченного. Подчиняться общепринятым нормам. Вы что, начальник? Издали указ. Всем подчиняться общепринятым нормам. Это совесть.
О, неписанные предписания подчиняться писанным нормам. Ну вот я хочу сказать, что мы даже на этом примере можем убедиться, вот что такое гениальное произведение. Скажем, Энгельс писал про науку логики Гегеля, что у него разбросаны сокровища в произведении. Такие камни драгоценные, которые раз находишь. То есть стоит только сформулировать, и вы сразу запишете, и никогда не забудете. Потому что ну, лучше не скажешь. Значит, у Гегеля так формулируется совесть. Совесть – это есть внутренний нравственный закон. И вы удовлетворены, и вы удовлетворены, и вы удовлетворены. Да? Совесть – есть внутренний нравственный закон. Внутренний нравственный закон. Допустим, вот у Чубайса внутренний нравственный закон такой, что чем меньше у нас будет народу в России, тем лучше. Правильно? Поэтому, например, к совести некоторых людей взывать довольно бесполезно, потому что его внутренний нравственный закон не совпадает, так сказать, с другими внутренними нравственными законами, которые есть у других людей. Вот когда эти ваучеры раздавали и обещали, что, дескать, вот вы получите ваучеры. Хотя брать их, вообще говоря, строго говоря, было безнравственно. Потому что если вы взяли ваучер, то вы отказались тем самым от общественного состояния. Правильно? Сами. Сами. Есть приватизаторы, которые это делали, так сказать, насильно. Захватывали, выхватывали, забирали себе. А есть люди, которым, так сказать, сказали, что вот вы возьмите ваучер, и это будет, так сказать, та часть всего богатства общественного, которое переходит к вам лично. Вы это приватизируете. И у вас тогда будет, по крайней мере, богатство на машину «Волга». А потом оказалось, что даже на килограмм колбасы натягивает, еле-еле. А от всего богатства, скажем, богатства земли, нефти, природных ресурсов, от всего отказались. А другие собрали эти ваучеры по дешевке, купили «Уралмаш», или «Балтийский завод», или «Северную верфь» и так далее. И сейчас еще висят объявления, если у вас завалялись какие-то акции, приходите, мы вам дадим деньги живые за них. Поэтому совесть – это внутренний нравственный закон. Это близко к тому, о чем вы тут говорили, что, так сказать, человек, вот то, что вот этот товарищ говорил, сидящий ближе всего ко мне, что совесть – это вот внутренние какие-то нормы. Но это они-то внутренние, но если это нравственные нормы, то вообще понятие нравственности не сугубо внутреннее, правда? Понятие нравственности связано с тем, что общество считает хорошо, а что общество считает плохо, да? Вот. А что значит нравство? То, что нравится обществу, а что не нравится. Не нравится мне вот то, что вы так на меня смотрите. Надо улыбаться. Но это не общественная норма, правда? Если это мне не нравится. А вот если имеется такое общественное мнение, то вообще на лекции желательно приходить вовремя. Это независимо от всякого государства. Всякий уважающий себя и других человек обычно приходит вовремя, если нет таких обстоятельств, которые выше этих норм. Потому что мог кто-то заболеть, человек мог старушку через дорогу переводить медленно и пришел на лекцию позже. Он совершил что-нибудь безнравственное? Нет. Или он вообще больной, еле-еле дошел. Ему надо спасибо сказать, что он вообще дошел, а тут на него накидываются и спрашивают, вот вы такой-сякой, не опоздали и так далее. Да вы почему опоздали? А? Вот видите, вот этот самый пример. Прошу прощения. Видите, у человека объективные обстоятельства. Поэтому стоит лектор и на него грубо так начинает кричать. Разве это допустимо? Вот это безнравственно, так относиться к студентам, согласитесь. Ну студенты, во-первых, это студенты, они делают ошибки. А как еще им не научиться? Только на своих ошибках. Так, а вы почему опоздали?
А? Как вы это считаете? Это норма опаздывать или это исключение из правила? Мне кажется, это исключение. Исключение. Ну, проходите. Человек совершенно правильно понимает. У него исключительные обстоятельства. Но подробности мы не будем же у него публично выяснять, правда? Я как раз имел в виду, что есть такие исключительные обстоятельства. А вот это вот, проходить куда-то далеко и долго там это шуршать, это безнравственно. Надо тихо так сесть на первый ряд. Вот я когда читал лекции на Матмехе, у меня было там 300 человек в зал. Все. По политэкономии я им читал. А дверь была сзади так вот. Сзади меня. И вот они тянулись почти половину лекции. И все время меня срывали эту лекцию. Я потом выработал такое правило, что вот тот, кто заходит с пирожком, или во рту, или в руке, он так тихонечко садится на первый ряд. Ну а кто начинает куда-то далеко усаживаться, если бы вы вовремя пришли, вы можете куда угодно сесть, даже вон туда можете сесть. А когда вы опоздали, вы так тихонечко сюда садитесь и не мешаете другим слушать лекцию. Логично? Логично. Как только мы это правило ввели, все стало хорошо. Во-первых, сразу уменьшилось количество опаздывающих. Во-вторых, никаких драконовских мер я не применял. Человек приходит, так тихонечко так сел, доживал свой пирожок и ясными глазами, так сказать, смотрит на меня и слушает лекцию. Все очень хорошо. Разные бывают формы. У нас же, если мы говорим о нравственности, это такие нормы, за которыми не следует никакого принуждения. Не следует. Это только речь идет о нормах, которые защищаются общественным мнением. Но мы с вами уже, не наивные люди, мы с вами изучали вопрос о интересах, в том числе об интересах классов. И знаем, что вот, скажем, все классовые общества расколоты на противоположные классы с противоположными интересами. И то, что нравится одним или одному классу, не нравится другому классу. И то, что нравится другому классу, не нравится первому. Например, я у вас капиталист, вы у меня работаете, да? Ну, согласитесь, что чем меньше я вам плачу, тем мне лучше. Ну, согласитесь, вы встаньте на мое место. На время. Встаньте на мое место, чтобы вы меня поняли. Чтобы вы не думали, я такой злодей, я такой хороший человек. Я думаю о лучшем. У меня семья, у меня детки, внучики маленькие. Я хочу, чтобы у каждого внучика была бы большая машина. Бентли. А из-за вас, что вы все время требуете, давай еще, давай зарплату, давай повышай. Я им только купил по Мерседесу. И это вы виноваты в том, что я свою эту самую любовь не могу распространить столь широко. Ну, теперь давайте я встану на ваше место. Так? Вы скажете, да вы посмотрите, что вы мне платите. Я на это вообще прожить не могу. Посмотрите на меня. Хочешь похудеть? Посмотри на меня. Делай, как я. Работай на него. Никаких проблем. У нас люди думают, как похудеть? Ну, как похудеть? Или в студенты идите, или вот в рабочие. И вы похудеете без всяких проблем. Экономия будет колоссальная на средствах похудения. Как вы думаете, в блокаду кто-нибудь ходил в какие-нибудь поликлиники, чтобы похудеть? Что-то таких случаев не замечено, да? Не замечено. Вот то, что люди от голода бывает пухнут, это бывает, да, бывает. Это совсем другое дело. Так что, если общество состоит из классов, их классы есть прямо противоположные по своим интересам, значит, может быть одна нравственность в обществе или их две? Вот их две. И надо сказать, что естественно, класс господствующий хочет изобразить дело так, что вообще-то нравственность одна. Он говорит, убивать нехорошо, и убивает, убивает, и убивает. Вот несмотря на то, что «не убей» записано было, так сказать, в священной книге всех религий, и религиозные войны велись ради того, чтобы «не убей» убивали тех, кто верует в другое. Да? И сейчас они ведутся там. После нашествия Соединенных Штатов Америки на Ирак, когда они разрушили то государство, которое было стабильным и было светским, теперь там ситуация настолько острая, что вот это государство
ИГИЛ разрушает и другие государства. Кто это затеял? Чья это работа? Вот на сегодняшний день мы видим, что там льется и льется кровь. А что касается самих Соединенных Штатов Америки и их сателлитов, они непосредственно воевать там не хотят. Они хотят просто летать в безопасности и бомбить тех, про которого они пишут «не убей». Да? Они же демократы. Можно сказать, миротворцы. Прилетели и разбомбили, прилетели и разбомбили. Сколько там при этом мирных жителей погибло, и детей сколько погибло, а никто сверху-то это и не видно. Мы знаем, как они бомбили джунгли во Вьетнаме, как они химические вещества там использовали, как головы отрезали вьетнамцам. Все это нам известно. Вот эта проповедь, так сказать, «не убей». Или одно время Марксу Энгельсу пришлось защищаться от обвинений в том, что якобы коммунисты собираются установить общность жен. Но они не просто говорили, что нет, не так. Потому что если будешь говорить «нет, не так», то никто не поверит. Вот если я, так сказать, скажу, что вот вы зарезали 3 человек, а вы скажете: «Не, я не зарезала». Вам поверят, думаете? Не поверят. Знаете почему? Потому что все преступники, которые кого-нибудь зарезали, первое, что делают, говорят: «Нет, я этого не делал» или «не делала». Правильно? Поэтому, вот, скажем, на занятиях специальных, тренировочных по психологическому тренингу нас учили так, что вот если вам кто-нибудь такое скажет, вот в чем-нибудь меня обвините, пожалуйста. Ну, давайте. Да ну это мелкое обвинение, даже и слушать не хочется. Ну какое-то серьезное надо. Ну давайте я вас тогда обвиню, а то у вас, смотрю, энтузиазма нет. Правильно я понимаю, что вот то, что я вот говорил насчет 3 человек, это преуменьшение. На самом деле 10 человек зарезали. И пришли на лекцию специально, вовремя, не опаздывали, чтобы, так сказать, выглядеть очень положительно. Я правильно понимаю? Это не к вам вопрос. Вот это, вот и кого обвиняют. Вот эта девушка. С виду она, все преступники с виду очень симпатичные. Что надо ответить? Если вы скажете «да», ну все. Сейчас надо вызывать и вязать. А если вы скажете «нет», ну все преступники говорят «нет», подозрение тем самым с вас не снимается. Надо, вот я всем объясняю, как на такие случаи делать, надо перейти в атаку, сказать: «Михаил Васильевич, а правильно я понимаю, что вы зарезали 15 человек, и для того, чтобы это обстоятельство скрыть, меня начали тут еще на лекции обвинять? Правильно я понимаю?» А причем вы так спрашиваете, как бы вы ничего плохого не говорите, просто спрашиваете, правильно ли вы понимаете, да? И тогда уже мне надо что-то думать. Итак, кто первый скажет «да» или «нет», тот проиграл. Значит, естественно, что правящий класс хочет внедрить такую мысль, что нравственность одна. Одна. Вот. И вот поэтому он и выступает с такого рода обвинениями. Но по этому поводу Маркс и Энгельс говорили, что вот на самом деле, где еще осталась в современном буржуазном обществе настоящая любовь, это у рабочих и крестьян, у которых нет денег покупать продажную любовь. А вот те люди, которые имеют огромные богатства, они уже присытились, и они используют деньги для того, чтобы покупать все, что угодно, в том числе и, так сказать, женщин. Однажды я ехал в поезде на заседание Российского комитета рабочих, со мной ехал рабочий Сестрорецкого хлебозавода французов Николай Павлович. И там вот этот вопрос обсуждался, так сказать, такой интересный, что вот я бы, как сказала одна девушка, я бы хотела выйти за олигарха. Вот. Ну, мы начали ей говорить, что это, в общем, вы как, вы не по любви хотите выйти, а просто так. А зато вот я бы жила бы без всяких проблем и так далее, и так далее. И она очень активно так, тем более она была на второй полке и смотрела на нас свысока. И тогда ей вот Николай Павлович, француз, сказал: «Ну вот вы же выйдете за олигарха. Через 4 года
Через 4 года. Вы чуть-чуть состаритесь на 4 года, а он найдет чуть-чуть моложе. Может, на 5 или на 6 лет. И выбросит вас. И вся ваша жизнь, и вся ваша судьба, так сказать, оказались бы расколотыми. Но она как-то так после этого подзатихла со своей пропагандой. Поэтому вот Маркс и Энгельс говорили, что буржуазия фактически ввела общность жен. Фактически она есть. Ну и вы можете пройти по Ленинграду и посмотреть, сколько объявлений висит. Жена на час, люба жду, 24 часа, приглашаю в гости. Вы хотите пойти в гости? Прямо сейчас отпускаю. Слушаю вас. Я просто читал, что в середине 20-х годов в правящем советском государстве установили контроль за личной жизнью человека, в том числе и за семейной. То есть это что, муж с женой... У кого вы читали лучше? Фамилию назовите. Фамилию того, кто написал, назовите. Не помните. Значит, я вот докладываю вам, что вот я официально являюсь главным редактором российской общественно-политической газеты «Народная правда», которая, значит, зарегистрирована в Министерстве печати и информации в 1991 году. Она аккредитована в Государственной Думе, в Законодательном собрании Санкт-Петербурга и в Смольном, в администрации. Значит, я еще застал такое время, когда была цензура. Цензура состояла в том, что ты зайдешь в комнатку, и они посмотрят, нет ли каких-нибудь секретных данных, которые вы, занимаясь своими проблемами, так сказать, невзначай выболтаете. А, в общем-то, никаких она нам препятствий не составляла. Когда цензуру уничтожили, просто ликвидировали, нет цензуры сейчас. Сейчас просто могут газету закрыть, а цензуры нет. То есть я вот, вот завтра у нас выходит газета, я сюда шел, разговаривал со своим первым заместителем, и там сейчас меняются файлы, потому что, значит, они у нас в более современном файле сделаны, надо более старый, который в газетном комплексе. Это раз. И во-вторых, там было это ОАО, которое филиал московской первой образцовой типографии, ордена Трудового Красного Знамени и ордена Октябрьской революции. А теперь это не ОАО, а АО. Поэтому нам надо поменять в PDF эти самые данные. И вот я хочу сказать, что я имею возможность напечатать все, что угодно. Никто меня сейчас не контролирует. Поэтому то, что вы сейчас прочитаете, то, что сейчас идет в печати, то, что мы сейчас наблюдаем, когда безграмотные люди, темные, или спекулянты, или проходимцы, люди, которые никаких данных не сверяют, никаких, так сказать, источников не берут, в отличие от историков. Они просто берут и пишут всякую чушь. Поэтому я вам очень советую, всегда спрашивайте. Вот то, что я вас спросил, где вы вас нашли, как фамилия, какое издание. Полистать можно будет и выяснить, что это за дело. Вот у Ленина есть два таких совета, я как-то уже приводил. Первый совет. Кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый дурак. Но это не про вас. Это вообще про всех, кто верит на слово. Второй, я обиделся немножко, когда первый раз прочитал. Думаю, надо поискать еще. Поискал и нашел. Тот, кто в политике или в экономике верит на слово, тот круглый идиот. Вот и все. Больше ничего вы не найдете. То есть в таких вопросах верить... Тем более такую чушь, которую там вам наговорили. Игорь Дмитриевич, у меня лекция, я перезвоню, если можно, в перерыв. Да, ну давайте. Да, да, прошу прощения. Да. Так, так. Хорошо. Да. Да. Двадцать пятого мая?
Это понедельник, да? Так, 25 мая в 3 часа. У меня тут будет занятие в это время. Я думаю, что мы как-то... Ну, я буду здесь. Решу. Хорошо. Запомню. Да, спасибо. Угу. До свидания. У нас тоже есть директор. По заданию директора дали новое задание. Так что прошу прощения. Раньше были куклы-марионетки. Они на ниточках были. А сейчас на мобильных телефонах они. Хорошо. Сейчас гораздо лучше стало. Ну, так что я думаю, вот эти вот все разговоры такого рода, о таком контроле, как только вы будете это изучать по серьезным источникам, конечно, такой ерунды и такого обмана, и таких глупостей не найдете. Хотя, во всякое революционное время, чего только не бывает, да? Во всякое революционное время. Энгельс говорил, например, люди и в мирное время делают ошибки, а в революционное время тем более. Поэтому и партии делают ошибки. Однажды вот Троцкий, полемизируя со Сталином, говорил, партия не ошибается. А Сталин это назвал, это, говорит, комплимент с известной долей издевки. И партия ошибается, и класс ошибается, и народ ошибается. В чем это может быть? Поэтому вопрос, так сказать, факта очень важный, и поэтому вот одна из задач историков – добиваться соответствия понятия объекту. То есть проверять, действительно ли это было, и действительно ли этот на самом деле факт, или это выдумка досужая. Или это выдумка недосужая, а злостная выдумка, которая имеет определенный умысел. Кого-то очернить, кого-то оклеветать и так далее. У меня были случаи в моей жизни, когда мне приписывали прямо противоположное тому, что я говорю. Некоторые удивляются, говорят, а вот у вас лекции записываются все, вы ничего не боитесь? Нет, говорю, я боюсь, когда вот у меня не будет записано, кто-нибудь что-нибудь такое скажет, что я говорил, якобы. Вот тогда ты долго будешь от этого отмываться. Поэтому отмываться по поводу того, что я говорю, мне не надо. Я знаю, что я говорю, и отвечаю за то, что я говорю. Так что это вот такой вопрос. Возвращаемся мы к понятию. Значит, что такое нравственность? Нравственность – это те нормы, которые поддерживаются общественным мнением того или иного класса. Вот давайте разберем. Какие бывают нравственности в классовом обществе. Ну вот для того, чтобы мы не рассекались по всем обществам, мы для этого применим тот инструмент, который у нас есть, общественно-экономические формации. И что скажем? Вот рабовладельческая общественно-экономическая формация. С точки зрения рабовладельца убить раба нравственно или нет? А? Как это? Враг, это же мой враг. Раб, это враг же. Только что. Вот я его, то, что я вот сохранил ему жизнь, это еще под сомнением. А вот убить-то, конечно, и можно, и желательно даже. По крайней мере, на ранних этапах, согласитесь. Это же враг. Мы воевали. Я выиграл. Все говорят, а почему вот ему в жизнь оставили? Осуждают меня. Я говорю, он у меня работать будет. Так он же враг. Или вы выиграли. Тогда я вас спрашиваю, а почему вы этому жизнь оставили? Он еще лекцию вас преподает. Читает. Ну, осуждается обществом, если убили кого-то? Кто-нибудь обсуждает, если убили раба? Нет? Это ваш? Вот если вы чужого раба убили, ну, вот извините, это вы имущество. Уничтожили чужое. Это осуждается очень сильно. Правда, в рабовладельческом обществе? Интересно, это не ваш раб, зачем вы его убил? Ну, ясно, что смертной казни все равно не будет. Но это нехорошо. Нехорошо чужих. Может быть, это повлечет какое-то и наказание. А раба, а рабовладельца? Можно тронуть, если раб? Это не только. Уж нравственно, само собой, недопустимо даже. Чтобы раб поднял руку только на хозяина. Вот они, две нравственности здесь.
Работать на хозяина с утра до вечера хорошо же? Хорошо. Кто рабовладелец там? Поднимите руку. Хорошо сыграли роль рабовладельца. Молодцы. Да. Вот. Отдыхать. И красивые речи вести, застолья длинные, умные речи. Плутарха, почитайте, там вот такая книга есть, все эти застольные речи. Очень интересно. Это же хорошо? А те пусть пока работают. Ну, у вас же есть управляющие, которых вы пошлете, чтобы они контролировали, как работать будут. Зачем вам-то контролировать? Это же хорошо. То есть вести праздную жизнь для рабовладельцев хорошо? Нравственно? Нравственно, хорошо. Ну, давайте к следующей формации перейдем. Вот на барщине работать, это хорошо, правда ведь? Вам же лучше теперь, чем вы раньше рабыней были, могли убить, сейчас же не убьют, только в крайнем случае просто телесные наказания какие-то могут быть. А так вообще хорошо, на свежем воздухе, работаете. Потом вы не все время работаете. Несколько дней, там 4 дня в неделю работаете, 3 дня работаете у себя дома. Красота. А в это время барин мучается, кого поставить управляющим. Никак не может решить. Весь в муках. Ну а то, что помещик не работает, это нравственно же. Ну еще бы не хватало, чтобы помещик, сам бы картошку копал. Ну это вообще что-то такое. Он же благородный. А благородные не должны работать. А у вас, наверное, это не граф у вас, папа, не? Не граф? И не князь? Не? Я думал, может, вы продаете титулы. Не удалось. Ну, ладно. Никого тут князьев нет? Баронов? Что за народ собрался здесь на историческом факультете? Ну ладно, нет так нет. Понятно, что при феодализме то, что нравственно с точки зрения помещика, не является нравственным с точки зрения. А право первой ночи, так называемое, оно же нигде не записано там. Это же не государственное право. Конечно, с точки зрения крестьян это безнравственно. Но кто этих крестьян слушает? Крестьяне должны работать. Берем теперь свободное буржуазное общество. В чем его свобода? Свобода, прежде всего, состоит в том, что буржуазное общество освобождает огромное большинство от собственности вообще. От всякой. Там, если у крестьянина была какая-то мелкая частная собственность, да, то основная масса буржуазного общества полностью свободна от всяких средств производства. У вас лопата есть? Нету? Ну, это лопата средства производства. Ну, купите маленькую лопаточку, хоть чтобы у вас была какая-то частная собственность. Или вот буржуазия очень добивалась, чтобы приватизировали квартиры. Сейчас готовится закон о деприватизации, потому что те, кто сгоряча приватизировали, они уже не справляются с расходами, которые они несут по содержанию своей собственности. Вот у меня, например, квартира не приватизирована. Приходят люди, говорят, ну, у вас, конечно, квартира приватизирована. Я говорю, нет. Тогда мне мрачно заявляют, придется вам тогда делать бесплатно. Ну, потому что она же не приватизированная, не моя же квартира. Что мне ее ремонтировать? Пусть ремонтируют. Владимир Иванович, перезвоню после лекции. Прошу прощения. Угу. А я в лектории из ФАКа. Так. Заслуженный деятель науки Марахов звонит. Серьезный человек. Так. Вот. С точки зрения, так сказать, распространение своей нравственности. Правильно сделал правящий класс, что он всех втянул в какую-нибудь собственность. Вот квартира у вас собственность. Раз у вас есть квартира, ну, у вас, вы собственник, я собственник. У меня завод или три завода, и у вас квартира. Все мы собственники.
Мы должны думать о собственниках, сделать эту собственность священной, неприкосновенной и так далее. Идите теперь, покупайте счетчики на воду, на газ и прочее. Вы видели на рынке? Вы на рынок, когда идете или в магазин, вы берете с собой весы? Нет? А вот наша буржуазия сейчас российская придумала, что вот если она продает электричество, то вы должны покупать счетчик. Это оригинально вообще. Кто продает электричество-то? Мы же покупатели электричества. Должны продавать. Но если это ЕС, РАО ЕС продает, так пусть она и считает, сколько мы потратили. Да и берет с нас деньги, да? Деньги же мы платим. Или газ, Газпром. Ну, я по секрету вам скажу, как профессор по кафедре экономики и права, нет обязанности ставить газовые счетчики. Об этом написано специально было в этом году. Что только там, где используется газ для отопления, там это допустимо. Ну, Михайлович, у меня лекция. А? Ой, спасибо большое. Угу. Вот. Нет такой обязанности. Тем не менее, приходят люди, в накидках на них написано там газификация там, или ленгаз. Ну и куртки всякие можно сейчас нашить, какие угодно. И хотят с вас взять, там, скажем, 1015 за установку. Потом через 5 лет надо будет снимать, еще со снятия снять 1015. Потом его будут проверять. Потом вы будете бегать и просить, чтобы его снова поставили. В это время газа у вас не будет. И, наконец, за установку снова с вас деньги возьмут. Ну, а если вообще посчитать, как планировали наши деятели, сколько надо семей собрать за установку всяких разных счетчиков, поскольку надо ставить счетчик, по их мнению, на каждый стояк, неважно, холодной воды, горячей воды, электричество, газ, то это где-то примерно 50 тысяч на семью получается. А если считать, что в Ленинграде 5 миллионов человек, то 50 тысяч, то это значит примерно 1 миллион семей. Если 1 миллион семей умножить на 50 тысяч рублей, сколько получается? Напрягите, пожалуйста, свои математические способности. 50 тысяч рублей. Вот те люди, которые с вас деньги собирают, они это посчитали. Умножить на миллион. Сколько будет? 5 миллиардов. Вот, знает человек. Это наш человек, он правильно посчитал. 50 миллиардов. За 50 миллиардов задушат вас. Будут везде писать, что есть закон об энергосбережении, что вы обязаны, что у нас на этой неделе проводится установка. И, а кто устанавливает цену на то, что они там ставят? Они же и устанавливают. Ни норм, ни цен. И какие-то живопырки типа ООО. Что такое ООО, кто-нибудь знает? ООО. Да. А что значит? Какая ответственность? А? Ну, неправильно. Ну, вот, вы даете. Ограниченная ответственность – это ответственность в пределах уставного капитала. А уставной капитал для регистрации – 10 тысяч рублей. Вот возьмут миллиард. А если их поймают, и они там прогорят, ответственность 10 тысяч рублей. Красота. И эти ООО ворочают миллиардами. Ну, человек, у которого заводы, фабрики, акции, соответственно, как свидетельство этой собственности на фабрики и заводы, на средства производства, у них какой доход? Они ведь получают не за труд, а получают доход от собственности. То есть ничего не делая от собственности, получать доход хорошо же. С точки зрения тех, кто получает такой доход, правда? А кто его создает? А с точки зрения тех, кто создает этот доход, ведь те, кто его получает, они сами-то не трудятся. Значит, другие, вот посмотрите, вот, они трудятся. И еще у них, несмотря на это, еще остается, значит, сила на улыбку, несмотря на такие труды. И вот эти люди трудятся, а с точки зрения тех, кто получает доход, это хорошо, что другие трудятся, а мы получаем. Это же хорошо, правда? Это же нравственно. Сейчас, это отлично. Причем настолько нравственно, что на всякий случай вот эти цифры, какие доходы получают люди от собственности, не афишируются. Вы, наверное, знаете, что регулярно чиновники наши, самые высокие, включая президента, премьера, подают декларации о доходах.
Что в декларации включается? Заработная плата. Уж не знаю, где такие, на таких работах работает, что, скажем, получают аж под 250 миллионов некоторые товарищи. Но заработная плата. Раз. Во-вторых, автомобиль. Два автомобиля, три автомобиля, пять автомобилей, семь автомобилей. Сколько у кого есть? Квартира, дача, земельный участок. Все. Ни в каких декларациях и никогда вы не встретите, а сколько, на какую сумму миллиардов долларов или миллиардов рублей у него акции. Нигде вы это не встретите. Правильно? Это не фигурирует ни в каких акциях. Зато есть список Forbes. И мы знаем, что, скажем, у миллиардера Лисина порядка 17 миллиардов долларов. Это его богатство. Или, скажем, Потанина вы возьмете, или Абрамовича. Это все долларовые миллиардеры наши, которые, видимо, своим непосильным трудом, видимо, они на стройке работали, носилки носили, и вот это заработали. И купили фабрики и заводы. А если вы не купили фабрики и заводы, вы просто не знаете, где работать. И как трудиться, тяжело, надо трудиться. Тогда у вас тоже будут фабрики и заводы. Поэтому в таком обществе искать некую единую нравственность, ну, довольно-то глупо. Понятное дело, что с одной стороны, с точки зрения рабочего класса, не трудиться – это безнравственно. А с точки зрения буржуазного класса – нравственно вполне, нравственно. Как у нас сейчас в обществе? Что, кто больше работает, тот больше получает, или наоборот? Кто больше работает, тот меньше получает. Это нравственно с точки зрения правящего класса. Но с точки зрения рабочего класса это безнравственно. Поэтому никакой вот такой единой нравственности, которая бы распространялась на всех, на самом деле нет, но ее пытаются насадить, эту нравственность, во что бы то ни стало. И это в какой-то мере проходит, в какой-то не проходит. Ну, такой общий флёр такого рода, что, дескать, ну, вот есть нравственность такая, как будто она одна. Дескать, единственность нравственности – это идея единственности нравственности, это чуждая науки и практики идеи и истории. Перейдем к морали. Что такое мораль? Вот если эти нравственные нормы глубоко прочувствованный, принятый человеком, то он, так сказать, человек моральный. Он поступает в соответствии уже не с тем, что там кому-то нравится, а он сам это сделал своей внутренней нормой. И поэтому, если различают нравственность и мораль, только вот с этой точки зрения, что, так сказать, когда мы говорим о нравственности, мы говорим об общественных нормах, а когда мы говорим о морали, мы говорим, что это такие общественные нормы, которые проникли в человека, в душу его, и неотделимы от него. Человек моральный, а это человек аморальный. То есть он поступает против общественных норм, хотя сам для себя он, так сказать, в этом никакого особенного прегрешения, нарушения не видит. Надо сказать, что вот если в других вопросах имеется полная такая категориальная ясность, то, можно сказать, в литературе по вопросу о нравственности и морали рассуждения и соображения есть прямо с точностью да наоборот. Некоторые пишут, что наоборот, мораль – это вот общественное, а нравственность – это вот внутри меня. Так что вот тут с этим вы можете столкнуться, но я думаю, что это не столь принципиально. Надо понимать, что есть, так сказать, то, что одобряется общественным мнением и что является отношением класса к действиям людей, и что является внутренним отношением человека к этим же действиям, которое может отличаться от того, что является нравственным у класса. Скажем, если вы возьмете такого представителя класса буржуазии, как Энгельс, то ясно, что у него мораль прямо противоположно той морали, которая есть у буржуазного класса. Правильно? Или, если вы возьмете декабристов как представителей дворянского класса, но поскольку они
не только с точки зрения какой политической, а с точки зрения внутренней нравственной, считали недопустимым сохранение крепостного права в России, выступали, жизнью своей рисковали, жизнью, свободой и судьбой своей рисковали в борьбе за освобождение от крепостного права. Ну, какая у них нравственность? Это не нравственность феодального общества, феодального класса. Это нравственность уже другого класса, по крайней мере, или трудящегося класса, или класса буржуазного, который тогда был вполне прогрессивен. Буржуазия выступала же тогда как буржуазия против крепостничества, правильно? И когда буржуазия выступала против крепостничества, она выступала с прогрессивных позиций. Прогрессивных позиций. Главное, что мы должны усвоить, что вот этих нравственностей две. Но у нас еще один есть класс, третий, как мы с вами знаем. В условиях буржуазного общества имеется мелкая буржуазия. А это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. И этой мелкой буржуазии может быть очень много. По размеру этот класс может быть больше, чем класс буржуазии уж заведомо, и не намного меньше, а может быть и больше, чем рабочий класс. В разных странах и в разных ситуациях, и в разное историческое время. Ну, какая нравственность у мелкой буржуазии? Это трудящиеся. Они стараются трудиться, чтобы выбиться в люди. Поэтому точно в их нравственности и в морали присутствует уважение к труду. И уважение к тем, кто трудится. И неуважение к эксплуататорам. И ненависть к эксплуататорам присутствует в нравственности мелкой буржуазии. Вот возьмите мелкую буржуазию, прежде всего крестьянство, как самый распространенный вид мелкой буржуазии в царской России. Крестьянство стояло на такой точке зрения, что земля не может быть частной собственностью, не должна быть частной собственностью. Земля, как главное средство производства, должна быть общей. Поэтому они требовали... И партия, которая выражала их интересы, непосредственно эсеровская партия, выступала за национализацию всей земли. Второе. Крестьянин, как трудящийся класс, как представитель трудящегося класса, выступал за что? За то, чтобы землю делили уже в пользование. По едокам. У кого больше едоков, тому надо нарезать больше земли. А уж они пускай трудятся на этой земле, и едят не чужое, а свое. Если у вас 8 человек, вот вам 8 долей. Если у вас 3 человека, вам 3 доли земли. И вы 3 доли свои получили, живите припеваючи. Если вы трудитесь, а если не трудитесь, то вы сами виноваты. Крестьянство, все трудящиеся, это и бедняки, и середняки, и те, кто выходит из крестьянства и являются уже сельскохозяйственными буржуа, кулаки, никто не скажет, что кулаки не трудились. Другое дело, что они уже основную часть дохода получали не от своего труда, а от чужого неоплаченного труда. Поэтому, продолжая трудиться и поддерживая, так сказать, эту норму, что надо трудиться, они, тем не менее, жили уже чужим трудом, и на них, так сказать, трудились совсем другие люди. Это не значит, что вот если человек эксплуатирует кого-то, то он эксплуататор. Вот это неправильный вывод будет. Если я вас эксплуатирую, то надо посчитать, какой доход я получаю от своего труда, какой доход от вашего труда. Если выяснится, что от своего труда я получаю 60% дохода, а от вашего труда только 40%, то я еще не эксплуататор. А вот если основную массу дохода, более 50%, я получаю... в качестве чужого неоплаченного труда, вот тогда я уже эксплуататор, а не просто эксплуатирую. Вот это вот, можно сказать, положение, которое не понято. Некоторые товарищи никак не могут понять, кто такой кулак. Они думают, что кулак – это человек, который эксплуатирует. Деревни все друг друга нанимают. Вот весной я вас попросил мне помочь вспахать, картошку посадить. А вы меня осенью попросили... яблоки убрать. Я вас нанимал? Нанимал. Вы меня нанимали? Нанимали. Друг друга все нанимают. Потом приходят люди, ага, вы нанимали, значит, вы эксплуататоры. Раз вы эксплуататоры, значит, надо с вами что-то решать.
А на самом деле эксплуататором является человек, для которого присвоение чужого неоплаченного труда является главным, основным источником дохода. Перед революцией 17-го года в деревне было 6% кулаков. Поскольку после Великой Октябрьской социалистической революции земля была в соответствии с эсеровской программой, которую взялись реализовывать большевики для того, чтобы иметь твердый союз с крестьянством, к 28-му году в деревне сложилась та же структура, которая была к 17-му году. Бедняки, как и предполагалось, как и предполагали большевики, что если вы оставите это товарное хозяйство, и если вы не создадите общественную собственность, если вы просто разделите землю и оставите те же самые законы, которые приводят к разорению одних, к обогащению других, вы получите то, что было. И к 28-му году у нас было 6% кулаков, ну и, соответственно, бедняки и середняки. И город был социалистическим, а деревня была буржуазной. Поэтому коллективизация представляла собой настоящую социалистическую революцию в деревне. Социалистическую революцию в деревне. Следовательно, вот если мы возьмем, тем не менее, мораль и нравственность крестьянского класса, то прежде всего это уважение к людям труда, к труду вообще, и воспитание трудолюбия. Основательность, желание сделать как следует и так далее. Ну и наоборот, если вы имеете дело уже с той мелкой буржуазией, которая по природе своей и по экономическому положению хочет выбиться в настоящие хозяева, хочет стать настоящим, а настоящий хозяин от чего получает главный доход? Вот я, говорит, две квартиры продам, потом еще где-то куплю, перепродам, то есть от спекуляции буду получать. Это в советское время спекуляция преследовалась уголовно, до 3 лет по спекуляции. А сейчас спекуляция – это, можно сказать, один из главных источников дохода. Значит, если удается мелкого буржуа выйти в люди, он не осуждает. Он труд уважает, но еще больше уважает он, мелкий буржуа, тех, кто добился обогащения и перестал трудиться. Вот это парадокс. То есть позиция мелкого буржуа и вот, так сказать, те нравственные нормы, которых он придерживается, прямо противоположны. В них сочетается. И те нормы, которых придерживается рабочий класс, которые вытекают из его интересов, что надо своим трудом жить, а не эксплуатировать других. И в то же время в сознании и в поведении мелкой буржуазии присутствует и прямо противоположный подход. А если удается выбиться в люди, то не надо вообще трудиться, и можно жить, не трудясь. То есть, как в идеологии, мы об этом уже говорили, в идеологии, кашеобразное состояние идеологии мелкой буржуазии, там присутствуют элементы пролетарской идеологии, элементы буржуазной идеологии, так и в отношении нравственности. Присутствует одновременно и то, что характерно для нравственности пролетарской, и то, что характерно для нравственности буржуазной и морали. Но, разумеется, буржуазный класс не должен успокоиться на том, что он пропагандирует свою нравственность, свою мораль и хочет ее насаждать убеждением в обществе. Как ни убеждай, трудно убедить трудящегося, что не трудиться хорошо, что паразитировать на чужом горбу хорошо. Поэтому буржуазия вполне разумно исходит из того, что этого убеждения недостаточно. Если вы не примените принуждение, то вы не обеспечите такое устройство общества, в котором одни эксплуатируют других. Ну, это мы знаем из истории очень хорошо, что рабовладельцы быстро сорганизовались и сообща ловили беглых рабов, сообща их наказывали, разработали соответствующие нормы по наказанию рабов. И
выработали систему наказаний. Систему наказаний. Не так, чтобы вот случайно нарушил что-нибудь, как угодно и беспорядочно наказывать. Нет, вот за это вот так, а за то вот это и так далее. То есть система наказаний за любые прегрешения с точки зрения правящего класса. Вот эта система норм, которая, по сути дела, выражает собой волю господствующего класса, и такая система норм, за которой стоит государственное принуждение, которое не просто провозглашается, а которое отстаивается с помощью силы государства, силы государственного принуждения, представляет собой право. Самое короткое определение и самое емкое определение права такое. Право есть возведенное в закон воля господствующего класса. Право есть возведенное в закон воля господствующего класса. Право есть возведенное в закон воля господствующего класса. Значит, всякого рода работах по правоведению, по праву, особенно последних, то обстоятельство, что это воля господствующего класса, очень часто запутывается или там замаскировывается, что это совокупность норм, правил, которых нужно придерживаться, в противном случае за них следует наказание со стороны государства. Ну а что является источником этих норм и правил? Источником этих норм и правил, ну если за них наказывает государство, государство – это понятие классовое, государство есть машина насилия для проведения политики определенного класса, как мы знаем. Поэтому, как, так сказать, не скрывай вот эту истину, истина остается истиной, что право – это возведенное в закон воля господствующего класса. А что значит возведенное в закон? То есть возведенное не просто в моральную норму, нравственную норму, а в такую норму, за которой стоит сила государства. Если вы это нарушили, вы будете наказаны государственным образом. Для этого существует весь государственный аппарат, о котором мы говорили, здесь существует армия, или борьба с внешним врагом, в случае чего, или борьба с внутренним. Существуют специальные внутренние войска, существует полиция, существуют суды, прокуратура, судебные приставы существуют. Существует пенитенциарная система, то есть система с таким красивым названием, это система тюрем, лагерей, строгого режима, общего режима. И вот народ сейчас с удовольствием воспринял, что мадам Васильева, пришедшая на суд в каблучках, и думала, что она тут отделается, как говорится, условным наказанием, получила 5 лет, и ее отправили в обычный в обычную камеру в СИЗО, где уже первые 4-местную камеру, в которой 2 места внизу были заняты, и ей надо, так сказать, занимать место наверху на нарах. Я еще не видел людей, которые по этому поводу скорбели. Конечно, ей лучше было в 13 комнатах с браслетом на ноге. Но это ей зачтется в эти самые 5 лет наказаний, которые ей присуждены. А что является источником права? Некоторые думают, что источником права являются книги по праву. Вот люди-юристы пишут книги, потом люди, которые исполняют или придумывают законы, которые сидят в законодательных собраниях, в думах, они эти вот книги читают, и на основании этих книг пишут законы. А поскольку книги выходят новые, то они переписывают эти законы, и все время новые и новые подают законы и так далее. На самом деле мы с вами знаем, что в основе надстройки лежит экономический базис. Источником права является экономика, прежде всего. Все вытекает из того, какова экономика. Например, вот в свое время Прудон написал такую книгу «Философия нищеты».
где провозгласилось, что собственность есть крах. И вот, казалось, так ярко он обвинил правящий класс в том, что оно воровывает всех. И казалось это самым страшным наказанием. А Маркс на это ответил, что это неверно, и написал другую книгу «Нищета философии» с критикой Прудона. И аргументация его сводилась к тому, что если грабеж – это разовое применение насилия для того, чтобы что-то, сказать, захватить у того, кто подвергся этому грабежу. А что такое капиталистическая эксплуатация? Это не разовый грабеж, это постоянный, ежедневный и легальный грабеж. То есть не грабеж. Это гораздо больше, чем грабеж. Это систематическое присвоение чужого неоплаченного труда, а не разовое, не эпизодическое, как воровство или грабеж. Воровство без применения силы. Вы не заметили, а у вас сумочки уже и нет. Проверьте свои сумочки. А если грабеж, то к вам подошли, можете не проверять. Доставайте свою сумочку, отдавайте по добру, по здорову. А тут вроде вы сами пришли, продали свою рабочую силу. Все законно. Все законно. И за первые 2 часа вы отработали стоимость своей рабочей силы, уже создали соответствующий продукт и еще работаете 6 часов. А сейчас в нынешних компаниях считается модным и неприличным заканчивать работу, когда заканчивается рабочий день. Вот закончился рабочий день, а вы работаете. Вот он закончится в 6 часов, а вы в 7 работаете, и до 8, и до 9, а лучше до 10. Наверное, вы знаете. У вас есть такие знакомые, наверное, и родственники, которые знают, как насаждается некая норма, что это неприлично. Вот я еще работаю, а вы ушли. Как это вы ушли? Я вот сижу, работаю, а вы ушли. Вы больше не работаете у нас. У нас работают только люди, очень морально-нравственные, которые понимают. Еще некая корпоративная мораль. А в нашей компании нельзя раньше, чем 2 часа, пока 2 часа не пройдет, по окончании рабочего дня уходить домой. А в нашей еще более красочной компании, пока 3 часа не пройдет. А то, что вы там не видите своих родственников, свою семью, детей, у кого уже есть дети и так далее, это никого не волнует. Пусть дети смотрят телевизор, там вообще объяснят. По телевизору. Он там нравственный будет. Там будут все время стрелять, убивать. Поэтому источником права является, и не только источником хозяйственного права, а вообще экономика общества является, конечно, источником права вообще. Но больше всего наказывает буржуазный класс за что? За то, что у него отнимает кто-нибудь собственность. Их надо беспощадно наказывать, таких людей, правда? Таких людей, которые отнимают собственность. Но если какой-нибудь собственник попался, вот как собственник моего банка, банк под названием «Мой банк» сейчас сидит, вот его хотят поскорее освободить, чтобы он не сидел. Потому что он же из, так сказать, из правящего класса, ему-то зачем сидеть? Или есть специальный омбудсмен, который добивается того, чтобы предпринимателей за мошенничество не наказывали так, как обычных людей. Если вы обычный мошенник, вас посадить надолго. А если вы предприниматель, ну с кем не бывает. И вот нашелся в Архангельске один судья, который возмутился и написал в Конституционный суд, что он считает, что это ненормально, что одно и то же право применяет к разным людям разные нормы. Он требует объявить это неконституционным. Ну вот, я информацию о том, что такое заявление поступило в Конституционный суд, получил, а дальше как-то этот вопрос затих. Или, вот в Трудовом кодексе, который был принят в 2002 году, новый, про которого говорили, что он новый, прогрессивный, можно сказать, революционный и так далее, хотя там ничего такого революционного нету, в нем говорилось, что председатели профсоюзных организаций и их заместители
и члены профсоюзного органа. Ну, поскольку они в первую очередь подвергаются давлению и в первую очередь подвергаются преследованию со стороны работодателей или их представителей, что они не могут быть подвергнуты никакому взысканию, пока они, без согласия профсоюзного органа вышестоящего, пока они находятся в этом органе, и по прошествии 2 лет после того, как они перестали быть членами этого профсоюзного органа. Один хороший человек из предпринимателей, из Астрахани, написал в Конституционный суд товарищу Зорькину письмецо, заявление, что нехорошо, что же получается, вот 2 члена профсоюза, один член комитета, а другой не член комитета. Выходит, что член комитета вот такую защиту имеет, а не член комитета-то не имеет, это нарушает равенство права. И сначала эта норма была изменена таким образом, что только председатель и заместитель председателя правкома защищаются, нельзя их уволить без санкции вышестоящего профсоюзного органа. Тогда товарищи профсоюзники стали делать так. Всем членам комитета давали какого-нибудь зама. Вы зам по 1 мая, вы за 7 ноября, вы по физкультуре, вы по культуре, вы по искусству. И у некоторых было по 20 замов. И тоже держались, так сказать, никак их было не съесть. Тогда Конституционный суд пошел на следующий шаг по просьбе, опять-таки, представителей работодателей. И на сегодняшний день эта норма о защите профсоюзных активистов является объявлена Конституционным судом недействующим. Если вы откроете Трудовой кодекс, вы можете найти эту норму и к ней примечание. Она не действует согласно решению Конституционного суда. То есть можно совершенно спокойно увольнять, так же, как всех остальных членов профсоюзного органа, председателя правкома, заместителей, если они, конечно, не являются освобожденными. Тем самым, чтобы скрыться от этого, значит, начинают профсоюзники создавать освобожденных, так сказать, и платить за счет членских взносов им заработную плату. А тогда эти освобожденные попадают в положение людей, которые сами не работают, а живут только за счет того, что они как бы защитники интересов членов профсоюза. Можно было бы на одну и ту же ставку иметь 2 человек, половину времени, скажем, половину недели, или половину месяца, или половину года он работает профсоюзным работником, а вторую половину он работает рабочим. Нет. Вот теперь, так сказать, приходится, чтобы спастись, создавать освобожденных. Освобожденный начинает думать, а как увеличить свой доход без того, чтобы повысить заработную плату тем членам профсоюза, которые его избрали. Таких случаев очень много. И идет загнивание, можно сказать, этих самых профсоюзных организаций. Вот картина, с которой мы сталкиваемся. Если какие-то хозяйственные интересы или нормы требуются ввести, соответственно, люди находят того депутата, который их внесет, и этот депутат вносит соответствующий проект. А если мы исходим и прекрасно понимаем, что в основном в Думе сидят представители класса эксплуататоров, то эти проекты проходят. Противоположные проекты, как правило, не проходят, и даже некому их брать. Ну, я в свое время вот был одним из разработчиков проекта Трудового кодекса, представленного Фондом Рабочей Академии. Мы получили 2-е место. И, так сказать, целый ряд других проектов, которые нам противостояли, они просто отпали. Правительственный проект, проект Московской городской думы, проект Митрофанова от ЛДПР, яблочный проект, который предполагал работу детям до 12 лет по 120 часов в год и так далее. Проект 8 тех профсоюзов, которые подыгрывали администрации. И остался один проект, который прошел, это проект комиссии Слизки, которая срочно была создана, чтобы спасти положение, чтобы проект Трудового кодекса прошел тот, который вполне выражает интересы работодателей. В частности,
Люди наивные прочитали в этом утвержденном уже кодексе такой пункт, что вот теперь заработная плата не должна быть ниже прожиточного минимума. Вы можете пойти или купить трудовой кодекс, или зайти в библиотеку и посмотреть, и найдете там такую норму, что зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума. Я вам докладываю, что на сегодняшний день прожиточный минимум около 8 тысяч рублей. Он объявляется постановлением правительства за прошлый квартал. Не знаю, почему за прошлый. Видимо, выясняется, если кто-то меньше получает, то уже умер. Поэтому, так сказать, вот по итогу. Ну, а минимальный размер оплаты труда МРОТ какой? Примерно 1,5 миллиона человек получает этот самый МРОТ. Может, про него поется в революционной песне? «Мрет наши дни из голодухи рабочий». Ну, МРОТ имеется в виду. Вот этот МРОТ 6. Вот скажите, пожалуйста, если прожиточный минимум выше, чем минимальный размер оплаты труда, это что значит? Это борьба с бедностью или с бедными? Ну, по идее, если заработплата меньше прожиточного минимума, что должно быть с человеком, который ее получает? Но то же самое и со студентами, которые получают такую стипендию, на которую нельзя прожить. Их должно становиться все меньше и меньше. По замыслу, видимо, этих людей. Ну вот тот наивный человек, который прочитает эту статью, он, наверное, не знает, что в конце Трудового кодекса есть специальная статья «Введение в действие». Написано, что вот эта статья вводится специальным законом и постепенно. С 2002 года до 2015 года прошло уже 13 лет. Нету такого закона, который бы ввел бы эту норму. Так и нету. В свое время министр труда Починок заявлял, когда уходил, вы лет 15 не увидите этой нормы. И, в общем, он оказался близок. Его уже нет, этого Починка, а дело его живет. До сих пор прожиточный минимум меньше. Простите, пожалуйста, минимальный размер оплаты труда меньше прожиточного минимума. Ну и это как-то особенно не беспокоит. Вот думают, как повысить зарплату думцам. Взяли и повысили на 100 тысяч. Если они раньше получали 250, 150 тысяч, стали получать 250 тысяч в месяц. Повысили зарплату правительству. Ну, действительно, то у нас горят леса, потому что законы уничтожили лесников, ввели частную собственность на лесные угодья, поэтому начались пожары, а не просто так. А не просто потому, что траву поджигают, как некоторые думают. Вы видели лесника когда-нибудь? Я думаю, вообще не видели его никогда. Я и видел раньше, лет 30 назад. Нету больше лесников. Жги леса, хай они горят. И вот это рассказывают там, или вот вдруг льются воды, оказывается, все леса на склонах гор варварски вырублены, и поэтому потоки несутся с бешеной скоростью, так сказать, появляются такие потоки, которые потом все уничтожают, целые деревни и так далее. Это, думаете, это все, это стихия? Ну, не совсем стихия. Точно так же можно считать, что это совершенно стихийно, вот ГЭС Саяно-Шушенская, вдруг раз, там авария такая большая. Потому что надо было 15 миллиардов затратить для того, чтобы отремонтировать соответствующий блок. А затратили 7,5. И все, и значит, разболталась машина, пошла в разнос и убила 70 человек. Или, допустим, вот обсуждают, почему генерал Лебедь погиб. Комиссию создали, как всегда. Сейчас будет она выяснять причины. Ну, я-то это вот как экономист, скажем, и философ смотрю на это. А сколько, говорю, вот, возраст этого вертолета? 38 лет. Ну, что вы выясняете? Когда-то он должен был упасть. Вот он и упал. Не садитесь на самолет или вертолет, которому 38 лет. Или мы не знаем, какая траектория наших закупленных Боингов. Сначала они полтора года
в Соединенных Штатах Америки отлетали, потом они 15 лет в Китае, а потом по дешевке нашей компании их покупает и возят здесь. До упаду. А там по миллиону выдадут. Подумаешь, какие-то миллионы заплатить там на каждому пассажиру и все. Ну, автомобили вы, наверное, знаете. Сколько вот автомобиль считается? 5 лет, если на нем уже проездили на легковом. Это много, да? Уже некоторые начинают менять. 5. А когда говорят, да это совсем новый самолет, 25 лет всего летал. Вы можете себе представить, какие там? Какие там нагрузки? Какая там вибрация? Что там открутится, какой винт? Как вы это можете определить? Это немыслимое дело. И усталость металла, это что, неизвестно, что такое? Рассыпаться потом начинает. Почему, говорит, это он упал? Надо выяснять, создавать комиссию, выяснять, почему он еще летел. Вот вопрос. Как такие вот старые машины еще летают? То есть, если вот мы будем с этой точки зрения рассматривать, как попадают те или иные законы, что является источником права, мы увидим, что, конечно, право в чистом виде и в точном смысле слова является волей господствующего класса. Самый яркий пример – это, например, это Конституция нынешняя. Ну, как вообще надо принимать Конституцию? Я могу вам рассказать не только как вот специалист по праву, у меня ученое звание профессор по кафедре экономики и права, а как член Конституционного совещания, я был участником Конституционного совещания и предлагал один из проектов. Значит, есть проекты, надо проголосовать, но прежде чем проголосовать, надо их обнародовать, правда? Это было сделано? Нет. Ну, если у вас есть проект, как хотите, так обнародуйте. У вас есть проект, вы свой как хотите, так обнародуйте. Ну, надо было какой-то предварительный отбор сделать и опубликовать. Раз. Этого не было. Второе. Надо проголосовать за эти проекты. Было голосование за проект? Нет. За какие было? Ни за какие. Ни за какие проекты не голосовали. Ни один проект не выносился на голосование. Но если бы выносился, тогда бы нужно было проголосовать и определить 2. Какие из них? Вот эти 2 больше всего получили голосов. Почему? Потому что, согласно закону, Конституция считается принятой, если за нее проголосовало больше половины граждан, имеющих право голоса. Не просто больше, чем за другой проект, а вот за этот проект больше половины граждан, имеющих право голоса. Во-первых, на этот референдум, на котором проводилось это голосование по Конституции, в нем не участвовало больше половины граждан, это раз. А во-вторых, вопрос и не ставился о том, за какой проект вообще. Ни один проект не ставился на голосование, а просто после стрельбы из танков по Белому дому оставился вопрос. Вы признаете Конституцию Российской Федерации? Да, лучше признавайте, а то у нас танков еще есть. Мы их сюда можем подкатить. Подумаешь, к Белому дому подкатили, и к Желтому можем подкатить. Есть же у нас соответствующие средства. Вот она сразу поняла, что надо голосовать. И проголосовали. Ты как кто-нибудь принимал Конституцию? Нет. Но нас это не должно печалить. Почему? Потому что мы уже с вами умудренные наукой и знаем, что право, если возведенное в закон воля господствующего класса, ни одна Конституция, на самом деле, не принималась голосованием. Как правило, они являлись результатом революции или войн. Правильно? Или, допустим, результатом контрреволюции. При всякой революции объявляются старые законы с неизложенной. С точки зрения старой законности новые незаконные нелегитимные, а с точки зрения новой законности старые незаконные нелегитимные. Поэтому с этой точки зрения мы не можем тут поэтому по поводу этого голосования печалиться. А большевики, которые Конституцию Советскую приняли, они что, так ее примеряли к законности царской России? Нет, конечно. Или к законности, которая была во времена Временного правительства? Нет, конечно. С точки зрения Временного правительства это нарушение, а с точки зрения Советской Конституции это законно. И устанавливает себя новое право в порядке силы, а не в порядке голосований. А потом уже, когда тихо-мирно все идет, вот тогда начинают люди голосовать, обсуждать.
втягивает людей в этот процесс, чтобы люди думали, что они-то и решают это все. Они решают на самом деле то, что решается в области законодательной, решается таким образом, чтобы восторжествовала воля господствующего класса. Это непреложный закон. Ну, как со всяким законом, бывают какие-то исключения, ненормальности, флуктуации. Можно исторически такие найти примеры, что где-то это не сработало, но очень мелкие, ничтожные. Как правило, это все соблюдается как часы. Итак, мы эту лекцию с вами закончили, и через 10 минут будет следующее. Пожалуйста.